В Казахстане ощущается острая нехватка адвокатов. Об этом сообщили на заседании межведомственной комиссии представители Министерства юстиции. За последние 4 года число правозащитников в стране выросло до 4500. Однако дефицит в кадрах по-прежнему остается. К примеру, только на одного адвоката в республике приходится до 4000 дел. Правда, в крупных регионах Алматинской, Каргандинской и Южно-Казахстанской областях ситуация получше. На встрече поднимался вопрос привлечения молодых кадров в профессию. Среди предложений исключить вступительный взнос в членство адвокатов, который достигает 800 тысяч тенге. Также на заседании предложили ввести систему pro bono по европейскому аналогу, чтобы юристы защищали людей, принадлежащих к социально уязвимым слоям населения, бесплатно. Мы считаем, одной из причин нехватки – это доступ к профессии на сегодняшний день. Усложнен. Для того, чтобы стать адвокатом, нужно высшее юридическое образование, пройти стажировку. Стажировка стоит от 140 тысяч до 280 тысяч тенге, от 6 месяцев до 1 года. Пройти аттестацию в органах юстиции, потом вступить в члены коллегии адвокатов. Поэтому проектом закона предлагается отменить первоначальные взносы.